ритм в основе метода запоминания слов. В программе «Неправильные глаголы» под музыку. Мы запоминаем быстро и надолго то, в чем мы чувствуем ритм. Ритм используется в программе для самого трудного. Для запоминания слов. Как мы это сделали? Мы положили английский на музыку. В программе наиболее употребимые неправильные глаголы. Выберите группу или группы глаголов. Если вам нравится тихий аккомпанемент, выбирайте эти значки. А сейчас слушаем и повторяем, двигаясь по слову ритмично, как в танце. Give, gave, given, go, went, gone, lay, laid, laid. Lead, led, led. Tell, told, told. Think, thought, thought. Вы можете выбрать различные способы представления слов. Итак, мы видим, мы слышим и мы получаем удовольствие. Но самое главное, мы все легко и прочно запоминаем.